Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение не выдавать или отменить прокатные удостоверения 7 российским кинолентам. Это было сделано в рамках экспертной оценки фильмов на предмет угрозы национальным интересам Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. Запрет на демонстрацию в кинотеатрах, по телевидению, в качестве коммерческого видео и домашнего видео введен в отношении фильмов «Кадетство», «Гончие», «Следственный комитет», «Спецназ», «Десантура», «Морпехи» и «Военная разведка». Ранее это ведомство уже наложило запрет на демонстрацию в Украине 13 российских фильмов, в том числе «Матч» и «Август 8-го».